начинает наш кружок. Я, как вы видите, уже нарисовал несколько задач. Сегодня задач будет намного больше. Начинаем с задач на разрезание. Первая задача. Берется квадрат со стороной 4. Требуется разрезать его на две конгруентные части. Конгруентная значит совпадающие, если передвинуть. То есть, если я вырезаю ножницами вот такой вот кусок, то я могу его, в данном случае, повернуть на 180 градусов, и он совместится с другим. Или вот здесь вот. Я могу перевернуть. Хотите повернуть? Так вот, разрезать фигуру на две конгруентные части. При этом, заметьте, если бы я имел возможность резать по диагонали или по кривым, то способов было бы вообще бесконечно много. По той простой причине, что когда у вас есть квадрат, вы можете взять, провести абсолютно любую линию, и после этого вот эту линию отразить симметрично. Ну, давайте я все-таки кривую рисовать не буду, потому что боюсь, что мне не хватит способностей точно это отразить симметрично. А возьму какую-нибудь, ну, такую кривую, скажем, так-так, так и так. Что значит отразить симметрично? Это значит, продолжаю отрезок сюда на такую же длину, потом здесь вот так вот соединяю и здесь так соединяю. Здесь вот так вот соединяю. Если подумать, то становится понятно, что при повороте на 180 градусов у меня одна половина фигуры совместится с другой. Поэтому способов было бы бесконечно много, если бы не было такого важного условия. Резать можно только по сторонам клеточек. Разумеется, это сразу меняет ситуацию. Количество решений, и, честно, я просто знаю, потому что эту задачу не в первый раз решаю, не в душе. Вот, количество решений в этой задаче 6. И все, что от вас требуется, предложить эти решения. Дальше. Задача вторая. Прямоугольник 3 на 5 с вырезанной центральной клеткой требуется разрезать на две конкурентные части. Собственно говоря, так же, как в предыдущей задаче, только фигура немножко более забавная. Не квадрат, а... Ребята, пожалуйста, не опаздывайте будущее. У нас занятия начинаются в 12 часов. 20 минут – это уже много. Третья задача. Разрезать... Что? Вот это три, прямоугольник, значит, типа это квадратик. Нет, 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 я сейчас все объясню. Третья задача. Разрезать на 4 части. Объясню, зачем я написал цифры. Понимаете, у меня здесь логит возможно заштриховать, и понятно, заштрихованная часть, это что? Я, разумеется, мог бы... Я, разумеется, мог бы сделать такую вещь, как просто, не знаю, там, кружочки ставить, какие-нибудь точечки, крестики, но... Господа, господа опоздавшие, здесь очень много народа. Почему вы считаете возможным устраивать это? Понимаете, вот, может быть, просто как-то войти вежливо, спокойно. Я еще раз повторяю, никакого общения с родителями быть не должно сейчас. Вы пришли сюда, не в детский садик. Здесь занятие, здесь задача. Если вы не можете решить быстрее, чем остальные люди, это ничего плохого не означает. Не надо всегда быть впереди всех. Особенно, когда нечестно. Любой ценой там вырывать у других победу, ах, у меня папа сказал. Зачем? Почему нельзя самому решить? Так вот, значит, повторяю, третья задача. Разрезать на 4 конкурентные части. Давайте я просто буду отмечать единичками одну часть, двойками другую, тройками третью, четверками четвертую. И нужно, чтобы квадрат 4 на 4 разрезался на 4 одинаковые части.
Четвертая задача. Здесь уже можно резать по диагонали, в отличие от первых трех. И фигуры, вот нарисованы, каждую из этих фигур нужно разрезать на, как вы видите, 4 конкурентные части. Так, чтобы было интереснее, давайте договоримся. Можно сдавать только когда вы полностью решите задачу. То есть одна картинка меня не интересует. Я прекрасно понимаю, что здесь можно нарисовать много простых картинок. Но давайте вот, когда кто-то решит все, поднимет руку, подойдет. Все 4? Нет, в какой-то задаче все. Так, можно я проверю? Не понимаю, здесь 4 картинки. А, да. Ну что, хорошо, я пойду с вашей тетрадкой. Я пойду с вашей тетрадкой и заштрихую. Так, значит, что мне предлагают? Предлагают здесь вот так и дальше вот так. Все согласны, что это действительно? Так, замечательно. Дальше мне предлагают заштриховать целиком вот этот столбец. Дальше вот так и вот так. Столбец стрикает одна. Отлично. Теперь, а впрочем, по времени что? Давайте, решайте дальше. Не-не-не, все. Ну там, пройдет несколько минут. Что? Я хочу задачу. Отлично, покажи. Хорошо. Вторая задача. Давайте я также. Я не все ваши картинки нарисую, просто чтобы людям было интереснее. Так, это я понял. Теперь здесь. Кто-то третий уже успел. Хоть это я понимаю, что разные люди решают разные скорости, но это не бойся двигаться. Поэтому хочу все-таки не сразу. Что тут случилось? Берешь бумажку, ручку рисуешь. Что ты рассказать не можешь? Господа, никаких слов. Возьмите тетрадь, возьмите ручку. На этих занятиях никогда не бывает. Считается, что если вы что-то пишут на доске, то вы без напоминаний уже сразу перерисовываете, переписываете. Нет, извини, в третьей задаче 4 картинки, а нарисована только одна. Да. Нет, решай все, что сидите дальше.
я, к сожалению, должен сказать несколько довольно грустных слов о том, какая борьба борьбучая идет тут параллельно с нашими занятиями. Смотрите, наверное, вы помните, что нам пытались устроить тут бардак 17 сентября. Вот, слава богу, руководство университета, значит, это дело быстро прекратило, и только один раз это состоялось, значит, и теперь занятие проходит нормальным образом. Так вот, во вторник, что называется, эта линия наступления на нас продолжилась. А именно, нам объясняют, что не должно быть кружков, которые больше, чем 15 человек численности. И, соответственно, угрожают... Я понимаю, что сейчас многие из вас улыбнутся и скажут, что называется, господин учитель, нам бы ваши проблемы, но, тем не менее, угрожают прокурорской проверкой, которая должна, значит, выявить факт, что здесь больше 15 учеников. Вообще этот факт я признаю, потому что у меня, в общем, обычно в жизни кружки на малом мехмате были по 50, 60, там 70 и побольше, да? И, что называется, от этого не отвертеться. Так вот, значит, угрожает прокурорская проверка, которая, значит, это дело выявит, и, соответственно, значит, там, уголовное дело по вымогательству родителей и так далее, и так далее, и так далее. Мне в высшей степени неприятно об этом говорить, но, в общем, свобода дороже. Еще раз, в некотором смысле бессмысленно защищаться, потому что вы понимаете, что написать в документах можно все, что угодно. Да? Нет, я понимаю, что ты решил. Я сейчас говорю очень важную вещь, от которой твое наличие на кружке зависит. Я говорю, повторяю вещь, которая действительно очень важна. Я понимаю, твой энтузиазм, подожди секунду. Так вот, господа, значит, история вопроса такая. Имеется дворец пионеров, у которого есть договор с малым мехматом о том, что здесь будут проходить эти кружки. В дворце пионеров есть довольно большая начальственная структура. А именно, там есть начальник сектора математики и компьютерных технологий, под ним есть, в общем, мы ее насчитали на 5 уровней управления. Так вот, на третьем уровне управления есть некая женщина по фамилии Засыпкина. Она, я ее лично не знаю, еще, к счастью, не успел познакомиться. Вот, она на малом мехмате провела конкурсный набор из 300 учеников в сентябре. Собрала группу в 30 человек, сейчас она постепенно ее уменьшается. Ну, в общем, мысль такая, что она умеет работать, когда там, ну, из 300 человек отобраны 15 человек, из которых потом там 1-2 будут талантливые, остальные пойдут в расход. Я так не умею. Я, собственно, с 82 года на малом мехмате работаю, когда свободный доступ школьников. И, в общем, в отличие от Засыпкиной, у меня, в общем, большинство людей странным образом оказываются талантливыми. Так вот, для того, чтобы оправдать свое неумение работать, сделано следующее. Нам отказываются выдать журналы для того, чтобы, значит, оформить это. И главное, пытаются заставить в эти журналы внести заведомо неверную информацию. А именно говорят, что субботние кружки – это преступная деятельность, поэтому будьте добры оформить, как если бы вы занимаетесь в пятницу, и будьте добры проводить кружки в здании ДНТТМ в пятницу. На всякий случай, в здании ДНТТМ нам дают математикам только одну комнату, 333, куда посадить 17 человек можно, а все, что больше, это означает по 2 человека на стул. То есть там стульев 17 штук. Понятно, что такое количество народа туда не сядет никогда. Вот. Поэтому я прошу вас понять простую вещь. Значит, что называется университет за нас?
вы видите, что аудитория совершенно замечательная, занятия абсолютно идеальные, и когда 17 сентября эти безобразия происходили, извините, лично Панкратьев там стоял в дверях, пытался как-то спасти ситуацию. То есть университет абсолютно замкнут. Значит, как там будут наши уважаемые начальники в Дворце пионеров? Ну, с одной стороны, это не так и важно. Потому что, знаете, ну правда, я даже лицо ее не знаю. И, в общем, может, и не узнаю, может, она успеет уволиться раньше, чем я познакомлюсь. Как бы, знаете, почти 30 лет эти кружки идут, и не засыпьте их закрывать. Но, тем не менее, вы должны знать, что такая вот, ну, замечательная женщина на свете есть, и она происходит. Прошу. Да, да. Так. Ну что, давайте я клейки покажу. Так, еще раз повторяю. Никакие попытки стоять в дверях, как это она во вторник на шапку пришла во время занятия, там 19 учеников, я сейчас отсчитаю 15, а четверо должны идти отсюда. Значит, это все абсолютный бред. То есть, все-таки, сколько бы она ни думала, но пока что еще власть по ней не уверена. И прокуратуру еще надо суметь возбудить. Я совсем не уверен, что прокуроры на это дело возбудятся. Хотя, знаете, в нашей стране все будет. Для того, чтобы сохранялась книга. Давай. Вам в жизни придется с этим встретиться очень много раз. Вот, смотрите, вот у нас с вами есть кружок, да? Имеются всякие надзорные органы, которые, ну, так сказать, должны проверять вообще, в принципе, так сказать, учителя в этой стране уроки проводят, не проводят. Что делается? Говорят, что «а мы оформим, как если бы оно было в пятницу». Вопрос, зачем? Ответ. Очень просто. Потому что если они оформляют такие вещи, то, понимаете, оказывается при этом, что когда они просто на кого-то там часы выписывают, что они в массовом порядке делают, то это, извините, выглядит так же, как когда я здесь провожу занятия, а меня там нет. Да?
То есть, когда придет действительно проверяющий какой-нибудь, ну это не часто бывает, но это бывает, то окажется, что, ну как, и я не провожу кружок в пятницу, и другой не проводит кружок в пятницу. А то, что, извините, у меня на самом деле занятия проходят, и очень даже немаленькие, он не может. Достать не может. Я понимаю. Не может дотянуться? Не может дотянуться, это очень плохо. Единицы, несколько слоев писать было бессмысленно. Не-не-не-не-не. Так, мне лучше покажите карту. Сейчас. Покажите карту. Нет, они разные. Они у тебя разного размера, если песочки. Так, давай. Нет, нельзя, потому что нужно тетрадки находить. Я же сказал, выходишь с тетрадки, показываешь мне, а я уже рисую на доску. Да. Так, правильно. Все, я уже это буду показывать. Отлично. А зачем же ты выходишь? Так, все, я пошел. Ну, только не второе, на самом деле, а первое. Нет, второе. Это скорее третье. Так, значит, у вас, ну, я могу сказать так. Здесь, давайте одну часть штрихую, третьей четверки, для того, чтобы было легче понять. То есть здесь у нас полоска, здесь у нас квадратик, здесь такая вот буква Г. Так, на самом деле есть вот еще вариант, который вы действительно совершенно правильно мне указываете. А именно это буквы Г тоже, которые по-другому расположены. Вот так вот. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Вот так вот тройки. Так вот четверки. Вот такая вот буква Г. То есть буква Г, конечно, но по-другому расположенная. Да, кстати, на самом деле действительно есть еще один вариант. Есть еще один вариант. Так, а именно, смотрите, берем здесь вот четверки, здесь берем тройки, а вот эту картинку располагаем по-другому, а именно 1, 1, 1, 1, а здесь берем двойки. Это, конечно, тоже разрезание на букву G, но оно устроено немножко по-другому. Согласны? Здесь вот буква G так. А здесь они расположены так. Хорошо, спасибо. Спасибо. Что у нас осталось? У нас остались два... Что? У меня второй. Давай. Нет, у тебя с самого начала было? Нет, у меня первая была с самого начала. Да. Так. Нет, извини, это то же самое. Ты просто повернул картинку. Давай. Давайте смотреть, есть здесь новые картинки или нет. Вот предлагается такой вариант. Вертикаль, дальше от нее отходит вот так вот. Было такое? Нет. Не было, значит, это новая штука. И еще, значит, горизонталь. Здесь так, здесь вот так. Так, это было? Нет. Так, ну все. Еще номер два я сделаю. Все. Номер два, да. Номер два еще туда делали. Давай, выходи. Быстрее. С тетрадкой просили. Ничего не решил. Должно быть 5 картинок. У тебя только 2.
Выходить можно только если есть все пять. Хорошо, хорошо. Здесь действительно есть эти картинки. Я их могу вот вам нарисовать. Так, вот они. Одна картинка есть. И нет, поздно, потому что уже все в страде было. Да и нам уже пора заканчивать эту задачу. Так. По-моему, все, правда? Нет. Как нет? Ой, да, еще есть картинка? Нет. Так, ребят, мы сейчас останавливаемся с этой деятельностью, потому что у нас есть еще несколько задач на разрезание, совершенно замечательные. Я хочу вам их предложить. Они мной взяты из книжки Гарднера. Вообще, ребят, этот человек совсем недавно умер, но, в общем, прожил удивительную жизнь. Мартин Гарднер писал много лет посвященную математике колонку в журнале, да? И за жизнь он создал огромное количество посвященных математике популярных статей. Надо сказать, что, к сожалению, эти статьи были в журнале, что называется, неразбитым на возрасте. Поэтому в любой такой статье есть, он старался, чтобы был и материал совсем простой, то есть доступный совсем всем, и материал изысканный. Так вот. Почти все статьи Мартина Гарднера переведены на русский язык, изданы. Просто есть много книжек. Я очень советую потихонечку их читать. Ну, может быть, не прямо вот во втором классе, да, может быть, несколько лет можно подождать, но фамилию человека запомнить. А прямо во втором классе я советую читать Перельмана. Эти книжки, хотя и были написаны очень давно, но абсолютно не потеряли свою ценность. Значит, так вот, тем не менее, часть историй, которые рассказал Мартин Гарднер, можно рассказывать кому угодно, потому что они красивые, понятные. Статья, которую я сейчас хочу вам рассказать, называется «Делящиеся фигуры». История такая. Есть некоторые фигуры, которые можно разрезать на части такой же формы, но другого размера. Вот пример такой фигуры. Смотрите, у нас, внимательно посмотрите, вот у нас трапеция это четырехугольник, у которого две стороны параллельны, две другие не параллельны, разрезается на четыре части. И если вы присмотритесь, то вот эта часть такой же формы, но длины сторон в два раза меньше. Согласны? Форма осталась, а размеры уменьшились. Так вот, я сейчас рисую вам некоторые фигуры. Я не знаю, все успели его статьи, нет, надеюсь, что успели. И требуется разрезать эти фигуры на маленькие кусочки. Около фигуры я пишу, сколько таких кусочков должно быть. Вот, разрезать на маленькие кусочки, чтобы форма этих кусочков была бы такая же, как, собственно, у всей фигуры. Это называется произвольный треугольник. Треугольник. Эта фигура называется, давайте, резать там тоже на четыре части. Эта фигура называется параллелограмм. Параллелограмм. Вот.
Дальше. Давайте я буду рисовать по клеточкам. Кстати, вам это будет легче, потому что когда... И вам в тетради тоже, конечно, надо рисовать обязательно по клеточкам. Смотрите, вот у нас такой квадратик 4×4 рядом. Извините, что у меня не очень ровно получается, но у вас тетради должны быть гораздо лучше, потому что у вас клеточки есть, а у меня их нет. Задача та же самая. Разрезать на 4... На 4 части такой же формы. Так, вот это вот прямоугольник размером 2×6. Прямоугольник размером 2×6. Так, тоже 4. Значит, требуется каждую из этих фигур разрезать на 4 части такой же формы. Так, я сейчас постараюсь нарисовать еще. Значит, здесь вот уже у меня будет 3 клетки на 3 клетки. Так, да, здесь у меня тоже будут 3 клеточки. Вот. На этот раз надо на 9 частей. Заметьте, форма фигуры такая же, но тут ее резали на 4, а здесь, да, можно резать вдоль диагонали, пожалуйста, а здесь на 9 частей. Так, сейчас вам будет еще. Ребят, пожалуйста, потерпите, потому что... Так, будет довольно сложная фигура, которую хорошо бы назвать сфинкс. И, собственно говоря, именно так ее Гарнер называет. Она сильно чем-то похожа на египетского сфинкса. Так, это равносторонние треугольники. Так, может так, может так, сейчас я его нарисую, вот эту часть тоже. Так, и разберу его так. Кстати, то, что я сейчас делаю, это подсказка. Потому что, конечно, у Гарднера этой подсказки нет, но у него и нет необходимости быстро-быстро все это решать. У нас для занятия времени не слишком много. Значит, итак, задача. Разрезать этого самого сфинкса на 4 части, которые подобны самому этому сфинксу. Сейчас, ребята, еще. Дальше будет следующее. Да.
Очень хорошо. Только, пожалуйста, дай мне сначала нарисовать все картинки. То, что эти задачи не такие сложные, я, безусловно, понимаю. Так, то же самое на четыре части. Что у нас здесь? Вот здесь вот угол 60 градусов. Здесь вот угол 30 градусов. Здесь, понятное дело, тоже 60, здесь 60. Требуется вот эту картинку разрезать на 4. Подобные этой картинке части. У кого-нибудь есть лист размером А4? У кого-нибудь под рукой есть? Нет, это не А4, это у вас гораздо больше. Нет, то, что называется пищевая бумага. Вот. Огромное вам спасибо. Я сейчас говорю. Так, спасибо. Значит, господа, здесь оказался как раз листочек. Спасибо. Спасибо. Родители всегда помогут. Вот. Ровно на тему сегодняшнего занятия. Если вы приходите в магазин и говорите, что вам нужна бумага, то, скорее всего, вам предложат не вот такого размера бумагу, да, и не маленькую, а стандартные пачки, которые называются размер А4. Все знают, почему размер именно 4. Нет, не поэтому. Потому что на самом деле бывает и А3, и А2, и А5. Просто А4, он очень удобен для человека, положил перед собой рисунок. Что такое размер А5? Это вот так, это сложить пополам. Что такое размер А3? Совершенно верно. Это надо в такой лист приложить. Обратите внимание, когда прикладываешь вот такой лист и поворачиваешь, то получается формат, который называется А3. Это на тему сегодняшнего занятия. Согласны? Да. Так, вопрос. Зачем полиграфисты это придумали? Кто-нибудь знает? Ребят, да, говори. Например, А4. Тише, не слышу. Чтобы листы были разного размера. Нет, я понимаю, что листы иногда будут большие, как маленькие. Но зачем они придумали этот состав из пополам? Не слышу. Да? Если вот, например, человеку нужен какой-нибудь лист, а он не может сказать, какой именно там, большой, маленький. Большой и маленький, когда это же просто пример. Когда вы готовите какой-то текст, то благодаря вот этой системе у вас есть возможность напечатать его. Хотите на маленький листочек, хотите на большой. То есть вы можете, как сказать, два листа размером А4 положить рядом, повернуть, сжать, и форма листа останется. Форма, в смысле отношения сторон. И это действительно удобно. Так. Ой, ребята, скажите, пожалуйста, в книжке может быть 90 страниц? Да. Видите, я знал, что вы так ответите. А если подумать? Нет. Да? Все-таки есть. Да? Может. Говори. Страница, она просто... Нет,
что, 90 на 2 делится, да? Ну вот 90 на 2 делится, и поэтому в книжке может быть 90 разделить на 2, 45. Вот. Так ладно, не может. Ну, вернее как, за определенную плату вам, разумеется, полиграфисты могут, не знаю, там, взять, вклеить в книжку какую-нибудь игрушку, да? Такие книжки иногда делают, какая-то там странная вклейка, разворачиваешь книжку, там целый дворец, но это работа, стоящая очень специальных денег, и абсолютно к обычным книжкам это никакого отношения не имеет. Господа, докладываю, когда печатается книга, то обложка, во-первых, печатается совсем отдельно, поэтому ее не надо в это дело включать, да, и потом вклеивается. А, в принципе, печатается книжка на очень широком листе бумаги. Неужели никто из вас не видел такие рулоны бумаги? Там ее даже не поднимешь. Это, она вот по размеру примерно вот такая, и высотой тоже, в общем, существенно. Так вот, в станок вставляется такой длиннющий рулон. И сразу происходит печать на всем этом рулоне. А дальше происходит складывание и разрезание страниц. Так что, вот давайте я открою эту книжку. Вот, в случае, ровно из нее я взял сейчас задачи. Открываю, смотрю, сколько здесь страниц. Так, здесь очень много пронумерованных в конце страниц. Так, вот здесь вот, следите за руками. 432, так, 435, вижу здесь, 437, нет, пронумерованные, 443, 444, 445, 446, 447, 448. Давайте смотрим, что это за число. 448. Вынесем из него четверку. Получается 112. Число 112 тоже на 4 делится. Получается 38. 38 тоже делится. Получается, обратите внимание, 32 умножить на 19. Смысл очень простой. Чем на большую степень двойки делится количество страниц книжки, тем легче работать при печати. То есть, в принципе, вам могут сделать книжку 80 страниц. Это пожалуйста. А вот книжку 90 страниц просто ни за что. Потому что им гораздо проще, кстати, иногда так и делают, взять и оставить несколько незаполненных страниц, чем мучиться и там что-то такое вручную менять. Так, хорошо. Есть кто уже разрезал все? А части должны быть одинаковые или разные? Части? Конкурентные, конечно. У нас сегодня весь день разрезания на одинаковые части. Да, сделал все? Нет. Тогда себе решай. Значит, еще раз. Задач много. Задач немного, я вас абсолютно не тороплю. Так, давайте я сотру и потом снова тоже раскрою. Санитарные условия в университете абсолютно замечательные. Вот там в ДНТМ, действительно, когда маленькая комната, там не повернешься и так далее, действительно беда. Университет идеально приспособлен для занятий. Это действительно чисто, здесь светло, здесь хорошо, воздуха много и так далее.
Поэтому все попытки на основании, так сказать, санитарных норм, если бы вы знали, как это мне надоело, да, вот у меня это началось с лета, и вот весь сентябрь этот бред продолжается, вот такой, знаете, разговор. Там началось это с того, что с меня медицинскую книжку потребовали, когда я лежал на лекцию школы. Высчитали, значит, как, ну, они же знают все эти мои жизненные планы, высчитали день, когда мне ехать, и так сказать, там, за день или за два до этого присылают, что срочно принесите новую медицинскую книжку. У нас там подошел такой-то срок сдачи. Отлично, у меня летняя школа. Там у меня больше 150 учеников будет, да? Вот, я должен все бросить и прямо вот сбежать. Нет, ответил, что не могу летнюю школу срывать, вот приеду в августе, принесу вам все-все-все, сейчас со всех досуг. Понимаете, они бесятся там. У них тут 5 начальников и, знаете, так сказать, вот. Вот, замечательно, замечательно. Приезжаю в августе. Вы приказом отстранены от работы, поскольку не принесли. Ну какого черта? Ну принес я ей эту книжку. И вот эта вот возня, да, она вот уже идет очень долго. Понимаете, это не какие-то там высшие силы, это просто, что называется, преподаватель из соседней аудитории, который плохо умеет сам работать, пытается делать подлянки. Это очень круто. Чтобы было веселее, хотя бы парочку картин, у кого уже есть. Давай. Я вижу, что почти у всех. Давай, ходи. Ходи, не бойся. Да. Да.
ладно, давайте Бог с вами покажу всем. Ребята, на самом деле, правда, не сложно, потому что сложная задача у нас будет сейчас, как только мы вот это вот дня, до сложной задачи мы еще даже не дошли с вами. До самого интересного, что будет сегодня, мы еще вообще не дошли. Так, ладно, давай. То есть это будет вот так. Здесь будет так, правильно? Это на самом деле единственный способ зарезать. Все. Эти. Ну давай эти. Ладно уж, ребят, пошла. Давайте будем убирать. Да, согласен. 1, 2, 3, 4. Да. Есть как. Молодец. Ну, давайте четыре. Да, дальше. Где-то? Молодец, отлично. Отлично. Действительно, вот такая вот трапеция. Да. Так, и вот так, да? Хорошо. Хорошо, дальше. Не знаю, что синтез. Я просто хочу, чтобы другие тоже. Поднимите руки, кто синтез решил. Не сдамся. Ну, слушай, ну, один... Нет, там две руки. Не хочу. Не хочу. Пусть сами решат. Так, все, садитесь. То есть, господа, давайте посмотрим, что у нас осталось. То есть, на самом деле, вот эта задача легкая. Эта задача легкая. Это тоже легкая. Сфинкс. Ну, в общем, да, стоит подумать. Что решил? Параллелограмм. Замечательно. Каким способом? На два больших, на два маленьких. Нет, должны быть все одинаковые размеры. Да. Я параллелограмм. 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 Да? Его надо вот так на четыре части. И вот это будет неправильное решение. Если вы проведете вот так вот четыре линии, то у вас получатся такие вытянутые. А надо, чтобы форма сохранилась. Да, давай. Я не могу так. Надо выйти и показать тетрадь. То же самое. Выйдите, покажите тетрадь. Ожили. Да, пошли. Так, побежали. Значит, что надо сделать? Как называются эти отрезки, которые у вас нарисованы? Это называются средние линии. Вот одна часть, ну, естественно, три таких же, да? Замечательно. А здесь не кажется, да? Очень неровно. Здесь. Конечно. Здесь ровно. Господа, все, что требовалось, провести средние линии параллелограмма. То есть, что это означает? Что здесь вот отрезки равны, и здесь вот тоже равны. Отлично. Что? Нет, надо не 4. 4 равны. Так, ребят, большая просьба, перерисуйте себе в тетрадь эти картинки все. Пока что мне никто не показал вот эту картинку. Давай. Конечно, тетрадь. Так? Нет, потому что там углы. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Эта фигура принципиально отличается от того, что у нас сегодня было, вот от этой фигуры. Потому что здесь угол 45 градусов, а здесь угол 60 градусов. Поэтому вот такой способ, который был для этой фигуры, я уже не помню, ее ждет. Давайте я быстро остановлю. Проблема. Когда у вас есть
квадрат размером 2 на 2, к которому пририсован равнобедренный прямоугольный треугольник, то вы, безусловно, можете сделать так на 4 части. Значит, провести вот такой отрезок, провести вот такой. Я не помню, было, ну, по-моему, это у нас было. Это точно было сегодня. Да, вот они 4 части. Но этот способ не годится, когда угол 60 градусов. Нужно придумать другой способ. Кстати, смотрите, я тут вспомнил, что у меня есть еще задача, которую я хотел вам дать, но забыл. Очень хорошая, очень красивая задача. Те же самые 60 градусов и 30 градусов, да? Вот. А здесь, разумеется, 90. Это половинка равностороннего треугольника. Давайте я на всякий случай нарисую. Равносторонний треугольник, тот, у которого все стороны равны. У него все углы по 60 градусов. Так вот, господа, значит, если мы возьмем половину этого треугольника, то оказывается, ее можно разрезать на 3 подобные фигуры. Я бы хотел, чтобы вы это сделали. На 3, не на 4. Любой треугольник можно разрезать на 4. Считается, что это уже все поняли, никаких проблем. А оказывается, можно, если треугольник особый, если с углами 30, 60, 90 градусов, можно его разрезать на 3 конкурентные части. И они будут по форме такие же. Это будут тоже треугольники с углами 30, 60 и 90 градусов. Что? Скажите. Это сфинкс. Поднимите руки, кто сфинкса сделал. Нет, мало еще. Мало. Я хочу... Что? Я хочу, чтобы побольше народу сделали. Занятие приближается к самому интересному своему моменту. Дело в том, что статья Гарднера, она посвящена вот не только таким простым картинкам, хотя, заметьте, эти простые картинки очень даже сложно читать, а она посвящена вот такому делу. Я все-таки буду прямо из книжки брать, потому что, хоть я и более-менее помню это, но боюсь запутаться. Лучше возьму из книжки. Лучше перерисую с точности из книжки. Так. Вот. Пожалуйста, не торопитесь, дайте мне нарисовать картинку какой-нибудь. Что это там такое? Я вот
утверждаю, что вот эта фигура может быть разрезана на 36 подобных ей маленьких фигур. В качестве подсказки, в качестве подсказки я рисую, непонятно зачем, квадрат какого размера? 6 на 6. Дальше. Я рисую вот такую вот фигуру. Здесь 5 клеточек. Ну, извините, что у меня не очень ровно. Так, здесь будет 5 клеточек. Дальше, в следующем ряду будет 3 клеточки. И в следующем ряду 1. Так, 5 плюс 3 плюс 1, это тоже 9. Задача та же самая. Докажите, что из 36 таких фигур можно сложить фигуру такой же формы. Дальше следующая фигура, она довольно хитрая. Ладно, попытаюсь нарисовать. Полоска из 4 клеток.
четырех клеток то же самое. 144. Значит, господа, согласитесь, по сравнению с этим сфинкс, ерунда, да? Безделушка. Но, тем не менее, безделушку тоже надо сделать. Да и треугольник. На три части тоже надо суметь сделать. Да-да-да. Вот эту? Нет. Туп, выходи, покажи. Прозвучала одна цифра, которую я, на самом деле, знал и до этого, но просто как-то что-то не помню. Господа, если вы смотрите на Луну, то можно взять и замерить, сколько градусов она занимает на небе. Согласны? Ну вот, смотрите, Луна – это, как известно, шар. Да? Вы находитесь на Земле, вот вы, да? Вот, смотрите. Понятно, что можно измерить величину вот этого угла. Так? Замечательно. Сколько градусов? 60. Ну и Луна же у тебя. Полградуса. 60 градусов. Это... Нет, это уже какие-то ужастики. Да. 360. 20. Так, да, говори. Тише, все молчат. На Луну, когда смотришь, да, ребята, у вас абсолютно отсутствует представление о числах. Значит, смотрите, вот когда у вас есть, давайте я объясню, вот такой вот угол, то это 90 градусов. Берете, делите его на три равные части, это будет 30. Слушайте, неужели, когда вы смотрите на Луну, то она вот под таким большим углом? Вспомните. Ужас. Нет, слушайте. Понимаете, здесь проблема. Вы сейчас играете по принципу «чем хуже, тем лучше». То есть это очень грустное, на самом деле, качество человека. Поняв, что вы не знаете ответ, вы не останавливаетесь и не говорите, не спрашиваете, а сколько, а пытаетесь сказать, что «а не сильно-то и хотелось». Да? Ребята, это очень нехорошее качество. Вот это во многих областях жизни проявляется, да? Вот скажем там, у вас плохая дорога. Есть два варианта. Один вариант взять асфальтоукладчик, значит, рабочих там заплатить, и дорога станет хорошая. Другой вариант сказать, что а у меня особая душа, а у меня особый путь, а мне не особо-то и хочется ездить, да и вообще... Я тут как-нибудь ползком в грязи проберусь. Значит, господа, если есть проблема, ее надо решать. Я прошу тех,
кто понимает, что не знает ответ, что называется, помолчать. Что да. Я вот решил... Нет, я не об этом. Я про Луну. Все-таки, неужели же никто не может вспомнить, как выглядит Луна на небе? Бери сумку с себя. 180 твоих. 180 полностью развернут углом. Это означает, что она занимала все небо. Сядь нормально, бери сумку. Включи мозги. Не позорься. Понимаешь? Еще раз, тебе кажется, что ты такой умный. Ах, я могу, так сказать, сказать про 180. На самом деле все услышали, да, эту фразу. Услышали все, да, запомнили. Что у этого человека может слушать уже. Он может сказать про 180, да. Ну, да. Вспомните! Неужели вы не... Нет, слушайте, москвичи, конечно, может и правда никогда... Ну, хотя бы в фильмах, а? Дошло. Я понял историю. Слушайте, господа родители, вы поняли, да? Да, это второй класс, они не знают, что... Да не второй класс! Это называется горожанин там в каком-то поколении. Рассказываю ситуацию. Они живут в квартирах, на улицу не выходят. В результате откуда они видят Луну? На экране телевизора. А что такое Луна на экране телевизора? Это вот такой вот круг. Он смотрится со своего дивана, или с кресла, или где он там сидит, и видит действительно под углом 30 градусов. Да. Хорошо. Следующий вопрос. Что больше, Луна или Солнце? Солнце! Больше по размерам? Солнце! Замечательно. А что выглядит на небе больше? Или Солнце? Нет, стоп. Так, перекрикиваться я не хочу. Пожалуйста, сейчас на голосование вносится три предложения. Луна больше, поровну, и Солнце больше. Так, не орем. Поднимаем руки. Итак, кто за то, что Луна больше? Так, все друг на друга посмотрели, увидели? Отлично. Кто за то, что поровну? Спасибо. Кто за то, что Солнце больше? Замечательно. Ну, за то, что Солнце больше, у нас всего 4 человека. За то, что Луна поровну, и за то, что Луна больше, примерно поровну. Да, чем смотрите. Господа, рассказываю. Есть простой способ для того, чтобы узнать, какой из этих объектов выглядит больше. Значит, если вы будете просто смотреть на небо, ну, во-первых, если просто на солнце посмотрите, то это будет более-менее последний раз, когда вы смотрите. Потому что глаза сожжете, да? На солнце смотреть без защитного стекла нельзя. Ну, через тучи, конечно, можно, а в ясный день на солнце смотреть нельзя. Но предположим, что вы об этом помните, там взяли затемненное стекло, посмотрели на солнце, обычным взглядом посмотрели на Луну. На самом деле... Не очень понятно, так, девушки, не очень понятно, какой будет ответ. Потому что кому-то будет казаться, более того, в разные дни будет казаться, что Солнце разного размера, что Луна разного размера. Потому что еще в игру вступают все эти атмосферные явления, там, преломление света и все такое. Так вот, есть простой научный способ дождаться затмение. Совершенно верно. Ну, каждому отдельно человеку дождаться практически нереально, однако, благодаря существованию науки астрономии, это очень легко. На многих астрономических сайтах просто выложены фотографии затмений. Их много, там самые разные фотографии, на лекции, в том числе, Братас показывал некоторые из них, там абсолютно четко видно, что бывают такие удачные, да, ситуации, когда видно, что просто солнечный диск закрывается лунным практически полностью, и они что-то идеально подходят друг к другу.
Это, кстати, абсолютная случайность. Могла быть Луна побольше немножко видна, могла быть она немножко поменьше видна. В принципе, это, что называется, вполне себе случайная вещь. Вот. Но видимые размеры... Так, и все-таки я скажу правильный ответ, ребята. Ничего подобного на Луну в телевизоре, который занимает вот такую часть неба, в жизни, разумеется, не бывает. А именно, половина градуса – такой видимый размер Луны. Так, что хочешь? Когда можно увидеть солнечное затмение? Что-что? Когда можно увидеть солнечное затмение? Солнечное затмение, оно бывает… Нет, оно бывает в каждой отдельной местности довольно редко. То есть вот в Москве несколько лет назад оно было, и надо теперь, ну какое-то сумасшедшее количество лет, там, типа 100 лет или 8, я не помню точно, очень долго надо ждать. С другой стороны, в принципе, если у вас много денег, то можно узнать на астрономических сайтах, когда, где в ближайшее время будет это самое затмение, ну и полететь туда и посмотреть. Вот. Единственное, в настоящее время это строго бессмысленно, потому что, повторяю, астрономия дошла такую, ну, современные средства связи совершенно не требуют обязательно. Хотя в древности была ситуация, когда, что называется, повезло. А именно, человек, впервые вычисливший радиус Земли, расстояние от Земли до Солнца, все эти величины, ему очень повезло. А именно, прямо в городе, где он жил, в Александрии, действительно наблюдалось это самое полное затмение. И он его увидел, и, соответственно, дальше стал думать и много всего интересного придумал. Так, извините, что я немножко отвлекся. Все-таки с разрезаниями нам обязательно нужно все сделать. Я придумала вот разрезание на 144. На 144? Ну, давай. Давай, расскажи. Нет, тут нужна идея какая-то. Ну да, то что 144 сначала надо посчитать, сколько у нас квадратов. Раз, два, три, четыре. Можно все замолчат? Будем слушать. Да, посчитали. 144 надо разделить на число квадратов. Это у нас получилось 24. А значит, в каждом квадрате по 24 клетки. Да. И эти 24 клетки надо, ну, я вот как бы рисовала у себя. Да. А, по-моему, так. Получилось? Да. Так, ребят. На самом деле, решение, все, смотрите, уже все сделано. Решение совершенно замечательное. Огромное, я не ожидал, что так быстро это будет придумано. Значит, смотрите, что она сделала. Потрясающая совершенно вещь. Взяла, и, кстати, вам сейчас всем придется то же самое сделать, господа, и нарисовала квадрат 12 клеток на 12 клеток. Дальше, значит, мне это гораздо сложнее, чем вам. Вам это легче. Но все равно всем нам придется это рисовать. Ребята, замечательная совершенно мысль. Здесь получается, давайте я рисую здесь вот пунктиром. Так, извините, что у меня немножко билось. Получаются прямоугольники размером 4 на 2. Надеюсь, что сейчас все получится. Так. Давайте сначала пополам, потом еще раз пополам. Так, здесь то же самое. Пополам. В общем, главное, получается, не ленитесь. Дорогие мои, не ждите, пока я все нарисую. Сказано 12 на 12. Берете и рисуете. Так вот, смотрите, еще раз, вам это гораздо быстрее. Потому что вам просто обвести и все. Так вот, смотрите, какая совершенно замечательная мысль.
берем и проводим вот такую вот линию. Причем эту линию проводим везде. Ну, я не знаю как. Мне кажется, понятно. Мысль из двух таких фигур мы можем получить прямоугольник размером 3×4. Я все-таки, конечно, проведу здесь каждый раз. Так, так, здесь, конечно, вот так. Я сделаю все. Все-таки не решил. Да. Если вы сумеете
из четырех таких фигур сложить квадрат 6 на 6, то дальше все будет легко. Потому что, смотрите, вы вот такой квадрат будете использовать в каждом из этих мест. 36 – это 4 умножить на 9. Квадратиков 9. Значит, если в каждом из этих мест использовать вот такой квадрат, разрезанный на 4 такие фигуры, то все получится. Так разрежьте. Значит, повторяю задачу, которую мы свели нашу. Разрезать квадрат размером 6 на 6 на 4 таких прямоугольника с добавленной клеткой. Это можно, это несложно. Мы не спим. Ну что это за отношения, а? Ну что ты сидишь, не рисуешь? Ну все же вокруг сидят, рисуют. Ну что ты? Не надо ждать, когда другие сделают. Остальные тоже решат. Но здесь правильное решение. Да. Ребят, поймите, пожалуйста, вот эта задача очень похожа. На самом деле и эта задача тоже похожа вот на эту. И это похоже. То есть здесь есть несколько задач, есть вполне для вас сейчас доступны. Что меня по-настоящему беспокоит, то, что никто вот это не решил. А это красивая геометрия. Понимаете, это не 144. Да? Покажи. Покажи быстрее. Середина стороны, да? Вот. Смотрите. Смотрите. Пустите просто руку. Дайте человеку сказать. То есть смотрите, что я сделал. Взял. Я правильно говорю, что середина стороны? Взял середину стороны. Посмотрим. Так, это горизонтально будет? Горизонтально. Тогда понятно, что ничего страшного. Давайте посмотрим, какие углы получаются. Здесь получается 90, замечательно. Здесь 30, здесь
Здесь 60, здесь 30, здесь 60. Пока все замечательно. Проблема только вот в этом месте. Потому что, смотрите-ка, у этого треугольника получаются углы 60, 60, 60. У него форма не такая, как у этого. То есть вообще просили, чтобы на 4 одинаковых треугольника. Если честно, видно, просто вот видно, представьте вычисление, что этот треугольник существенно больше этого. Правильно? Вот. Я вам даже так скажу. Если провести вот так вот вертикаль, то получится, что эти вот четыре треугольника все одинаковые. То есть тот, который вы показали, состоит из двух. Просили разрезать на три треугольника одинакового размера, подобных этому. Вы это не смогли сделать. Так, следующий. Да, конечно. Все правильно. Решение правильное, надо просто объяснить. Так, ну все, не надо прыгать. Я то, что у меня в листочке, нарисую для всех. Значит, задача о разрезании на 144 части. Догадался сделать такую штуку. Валя, иди ко всем. Для начала я посчитал, сколько клеток. Ребята, надо уважать не только преподавателя, но и себя. Если человек вышел и рассказывает, вы должны ему слушать. 104 делить на 6. Так, простите, я не слышал. Что ты делишь? 144 делим на 6. Это мы уже сегодня делали. Ответ получается... Получится 24. Да. По 24 клетки, по 24 фигурки в каждой клетке. Нет, извини, они ничего не поняли. Ну и что, что по 24 фигурки? Посмотрите. Ну и что дальше-то? То есть, что, каким образом из 144 таких штук сложить подобную этому фигуру? Полученный квадрат в качестве каждой из этих клеточек. Правильно? Так, молодец, решил. Решил. Так, кто еще что хотел? Давай. Тебя не слышно. Выходи. Так, тоже хочешь решить? Давай. Я боюсь, что треугольник все-таки придет заново не вставать. Итак, у нас имеется вот такой вот треугольник. Хорошо. Вставай. А углы вы оставите? Причины углов написать. Где 30, где 60, где 90. Говорит. Видишь, что
отойди, загораживаешь. Нет. Вот смотрите, можно нарисовать вот так, тогда будет понятнее. Ну или можно фокусированную смотреть лучше. Понятно? Так, я заштрихую. Что ты делаешь? Да. Спасибо, Андрюша. То есть так, да? Так, я все заштрихую. Говори дальше. У нас получается 2, 3, 4. Вот мы с тобой вожак такой же 24. И его делят на 8, у нас просто получится с другой фигурой. Ну как в этом мире, только я не понимаю. Но ведь вот это вот совсем не похоже на вот это. Да, все правильно. Из блоков 3 на 4, как здесь показано, составляем квадрат и все зависит. Хорошо. Эту задачу мы тоже сделали. Ребят, у нас уже очень много сегодня решено задать. Давай. Но нужно разрешить. Эта задача как вязание, мы все-таки хотим разрешить. Давай. Да, давай. Какой квадрат тебе нужен? Или какой прямоугольник? Какого размера? Это вообще не слышно. Либо ты говоришь громко, не садишься. Ребята, все замолчали. Говори громко, по-настоящему. Мне нужен квадрат размера 7 на 6. Девушка, все замолчали, это означает, что вы уходите или молчите. По-настоящему. Да? Я не понятно сказал? Если я еще раз увижу это, то вы это реально скажете. В каждом квадрате есть 4 такие фигуры. Они будут стоять так. Понятно. Какого размера тебе нужен квадрат? 7 на 7. 7 на 7. А ты понимаешь, что 7 на 7 это 49? А 49 они не делятся на 9. Может быть, ты думаешь? Сюда тебе нарисован квадрат? Не нарисован, садись. То есть, ребят, не надо на доске, пока вы сами не нарисовали картинку. Значит, он абсолютно прав в том, что нужен квадрат. Что из прямоугольника, что из вот этих вот штучек, здесь 5 клеток, здесь 3 клетки, здесь 1. Надо суметь составить, ну, или квадрат, или прямоугольник. Так же, как мы вот там делали, помните? Но это надо сделать. Со стороной 6. Только, пожалуйста, опять, не просто говорите, а выйдите и нарисуйте. И в тетради предварительно нарисуйте. Квадрат со стороной 6. Это абсолютно правильно. Разрезать, кстати, 36 делить на 9 это 4. Поэтому разрезать на 4 части. Давайте. Сделаем? Пожалуйста. Поздно, уже идет. Да. Я прямо с тетради нарисовываю. Значит, смотрите, какая простая идея. Здесь вот 1, 1, 1, 1, 1, 1. Вот это одна часть. Это центр квадрата. Поворачиваем, все рисуем, не ждем. Поворачиваем на 90 градусов. Значит, здесь у нас будет много двоек. Здесь у нас будет много троек. Ну, а все остальное четверки, понятно. Так,
объясните теперь всем, что вы из четырех таких фигурок составили квадрат 6 на 6. Что дальше? Вернись и громко говори. Надо взять таких 4 квадрата. Нет, не 4. Нужно из 36 таких фигурок сложить фигурку ей подобную. Да? Теперь не слышно. Говори громко. Громко. Этот квадрат одна из этих клеток. Нужно... Молодец. Все правильно. Этот квадрат только не одна, а надо поставить в качестве каждой из этих клеток. 36 это 9 на 4. 9 таких вот блоков, а каждый блок встроен в основу. Вы это хотели сказать? Отлично, все правильно. Все правильно. Смотрим, что осталось. Ребята, на самом деле эту штуку я совершенно осмысленно и не стирал, и не сказал, что правильно. Потому что я убежден, что если человек нарисовал эту картинку, это значит, что что-то он в задаче понял. Но с другой стороны, признать решение – это совершенно невозможно. Значит, я еще повторяю раз. Если нам с вами дали половинку равностороннего треугольника, вот здесь вот 30 градусов, а здесь, ну, может быть, у меня уже заметно. Я вот здесь нарисовал, стараюсь нарисовать красивее. Что лучше сделать? Теперь от него рисую половину. Так, и вот эту вторую половину просто стираю. Все, надеюсь, что более-менее понятно получился. Треугольник с углами 30, 60 и 90 градусов. Задача – разрезать его. На самом деле, вот этим способом. Только нужно четко объяснить, как там что. Вот это 30 градусов. А вот этот угол 60 градусов, а этот 90. Давайте, ребята. Кто четко покажет, так что все поймут. Смысл тот, который нам рисовали. Просто надо это четко, без ошибки сделать. Понимаете, когда мне говорят, что здесь 90 градусов, мне очень трудно в это поверить. Кто не боится? Давайте. Быстрее. Только сам не рисуй, а объясни, что нужно нарисовать. Здесь надо отметить центр этой прямой. У прямой нет центра. Ну, середину. Середину отрезка. Да. Намечаете. Садись, садись неправильно. Подумайте. Задача, ее надо решать. Мама, папа, ничего. Потом обсуждайте.
сколько угодно. Давай. Вопрос, как эту фигуру резать на три части одинакового размера, причем подобные самой этой фигуре. Давай. Тетрадь нужна.
Рисовать? Рисовать. Нет. На доске рисую я. Это не понятно. Извините, это не сразу. Надо гораздо большего размера, гораздо понятнее. Что там? Дай мне посмотреть. Правильно я перечислю, что делать? Я же сказал, сфинкс, я дождусь, когда решат почти все. Я хочу, чтобы удовольствие получили от сфинкса все. Так, давайте расчищаю нашу с вами доску. Расчищаю. С этим мы справились. С этим тоже. Слушайте, а все-таки какие-то у нас нерешенные задачи остались. Вот это вот притаилось в уголке. Из 36 таких штук сложить такую же по форме фигуру. Пока что никто не рассказал. Так, и вот треугольник. Правда, я где-то там рисовал уже получше. Да вот. Подсказка. Все, что от вас требуется, эту картинку нарисовать красиво и четко. Я даже не понимаю, вот автор решения, как вы можете не суметь свою идею объяснить? Вот придумать такое, правда, сложно. А если придумали, как вы не можете просто объяснить человечеству, что вы имели в виду? Или вы и правда не понимаете, свое решение? Что, понимаешь или нет? Не очень. Замечательно. Ой, я решила задачу, сама не знаю как, да. Бывает. Бывает, тоже бывает. Что? Скажи. Нет, ты разрезал его даже на четырехугольники, это совсем не считается. Нужно на треугольники. Ну что вы там транспортировали? Не в этом же дело. Почему все Нет, размеры должны быть одинаковые. Размеры у фигурок должны быть одинаковые. Нарисован, без ошибок. Да. Совсем грустно, пока мне только один человек показал правильное решение про треугольник. А главное, что некоторые уже, извините, выключились, просто сидят ждут. Чего ждете?
Надо рисовать. Сфинкс – совсем простая задача. Сейчас поднимите руки, кто ее сумел решить. Так, ну все-таки побольше, чем было, но еще буду ждать. Опустите руки, решайте. Показать что? Это разные. Они разные формы с треугольниками. Хорошо. Давайте я дам подсказку вот к этой задаче. Надеюсь, после этого кто-нибудь ее сделает. Надо нарисовать правильный треугольник со стороной 6. И если вы вот так вот проведете,
решение задач. Господа, огромная просьба. Придете домой, возьмите настоящий листок бумаги, возьмите циркуль, возьмите ножницы и вырежьте таким образом. Есть простой способ. Рисуете равносторонний треугольник, проводите в нем высоту, вырезаете равносторонний треугольник, по высоте разрезаете. Уже две штучки есть. И третью берете. И возьмите и прямо сложите их листочком бумаги. Тот, кто не поленится это сделать, вот прямо сейчас, вот, да, вот ножницами, ну, не сейчас, когда домой придете, потому что сейчас большинство из вас ножницами. Так вот, тот поймет эту конструкцию. Пока из бумажки ее не сделаешь, ничего не поймешь. Так, и еще вот эту задачу я тоже покажу. Значит, смотрите, что догадался сделать. Догадался сделать вот такую штуку. Так, осталось чуть-чуть. И 4. Так, смотрите. Вот он, сфинкс. Надеюсь, сейчас всем видно, да? Вот он, наш давно обещанный сфинкс. Так, это кто-нибудь сделал? Господа. Вот этот расставить треугольник на три части. Рисуем быстро, не ждем. На три части. Опять-таки, надо просто подумать. Вот, не может быть сложного решения. Вот заметьте, все, что здесь требовалось, это догадаться, что нужно проводить перпендикуляр. Что здесь пополам делить, а здесь перпендикуляр. Так, ну? Да? Покажи. Да, конечно. Стоп. О, вот она проблема. Показываю. Вот она проблема. Вы не умеете рисовать односторонний треугольник. Вы настолько уверены, что не бывает угла, кроме 45 градусов, вас настолько прозомбировали вот этим, рисуй по клеточкам, что вы не понимаете, а как можно просто рисовать. 60 не равняется 45. Пока вы это не поймете, прогресса с этими задачами не будет. Вот в этой задаче нужно очень четко понимать, что 60 – это не 45. И в этой задаче тоже надо понимать, что 60 – не 45. Значит, ребят, давайте сделаем так. У нас уже, к сожалению, со временем плохо, поэтому давайте так. Мы сейчас с этими задачами прекратим. И в следующий раз все это до конца обсудим.